уже поняла, что все, возраст дает о себе знать. В общем, я недавно заметила, что я стала забывать слова. Я стояла со старшим на кухне, говорю: слушай, а ты можешь кастрюлю убрать туда? Он говорит: куда? Я говорю: ну, в этот, туда. И он говорит: мать, соберись, не сдавайся. А я прям не могу, понимаете? Он еще ржет надо мной. Меня так выбесил. Я приезжаю на работу, рассказываю девочкам. Я говорю: представляете, сын себя так ведет, как будто у меня уже началась вот эта вот болезнь. И они такие: какая? Слушайте, я реально, я прям стала напрягаться. Ну а вдруг у меня правда начинается деменция? Ну вдруг она так начинается? Сначала ты забываешь слова, потом говоришь слово «секс» через «е».